Итак, всем привет, други мои. Сегодня я вам расскажу о начале осени, о 3 сентября. Сейчас вот заходил в домофон, прозвучала песня, и снова осень настает, и снова 3 сентября. Кто-то пел, какой-то бард пел про 3 сентября. Значит, и так уже дети пошли в школу, осень наступила в свои законные права. А я вам расскажу о своих новостях, в моей жизни, которые происходят, значит. Какие новости происходят в моей жизни. Итак, значит, первая, самая главная новость. Есть такие торговые сети крупные, российские. Называются они Эльдорадо и Nvidia. И вот, значит, эти торговые сети подарили мне 2600 бонусных рублей, которые я могу потратить, оплатив 30% стоимости покупки этими бонусными рублями. Значит, грубо говоря, могу купить на 10 тысяч рублей какую-то шнягу, а заплатить 7400 рублей. Вот такие вот дела. Экономия 2600 рублей. Ну и вот я решил совершить такую покупочку. Или в евро, вернее, не в евросети, а в Эльдорадо или в Nvidia решил совершить покупочку, купить хороший штатив, фотоштатив, крутой фотоштатив, Benro называется, фирма Benro или Benro, я не знаю, куда там правильно ударение ставить, или Benro, или Benro. Короче, эта фирма выпускает очень классные штативы, фотоштативы Benro. Я буду так вот называть Benro. Значит, очень высокого качества фотоштативы, очень крутые фотоштативы. У меня уже есть штатив Benro один. Он высокий очень, там 1,70 м, по-моему. С тремя этими... Ножка состоит из трех сегментов ножка состоит. А вот сейчас я хочу купить покороче Benro, но чтобы ножка была из четырех сегментов, чтобы он меньше места занимал в штативной сумке. Там у него длина 50 сантиметров примерно в штативной сумке у этого фотоштатива Benro. Значит, цена у него 4999 рублей. Вот. Мне он обойдется, соответственно, на 1500 бонусных рублей дешевле, в 3499 рублей он мне обойдется. Так что вот я его покупаю в скором времени. Привезу себе из магазина Nvidia или Эльдорадо. Значит, будет у меня новый фотоштатив. Высота у него 1,59 сантиметров или 57 сантиметров. Точно я забыл уже, какая там высота. Ну, короче, выше 1,50 м, то ли на 7, то ли на 9 сантиметров. Такой вот фотоштатив Benro. Чем он хорош, этот фотоштатив Benro? Тем, что у него очень хорошая видеоголовка. Не 3D, а 2D. То есть она как конкретно для фото-видеокамер, чтобы снимать с них видеоролики. Очень хорошо она перемещается по горизонтали, по вертикали. Очень хорошая плавная
видеоголова. Так что вот такой вот фотоштатив я куплю. Вместо 5000 заплачу 3500. Скидка составит 1500 бонусных рублей. Это все произошло за счет того, что мне 2600 бонусных рублей подарила MVideo и Эльдорадо. Вот, значит, куплю я такой фотоштатив Benro. Это вот такая вот у меня новость. И еще я вам хочу новость сказать о своем здоровье. Купил я недавно в магазине, вернее, в аптеке «Аптека Плюс». Раньше она называлась «Аптека 34», сейчас она называется «Аптека Плюс». Вот купил я там активированный уголь, 50 таблеток активированного угля. Мне надо принимать по 9 таблеток в один раз активированного угля. Вот сейчас как раз запишу это видео и пойду выпью 9 таблеток активированного угля. Вот за 70 рублей я купил эти 50 таблеток и буду их принимать от аллергии. Я вам уже говорил, что я пью лекарство лоротадин от аллергии. И вот еще решил пропить 50 таблеток активированного угля, тоже от аллергии. Значит, эти 50 таблеток я, наверное, за 6 дней пропью. То есть пропью 5 дней по 9 таблеток и один день по 5 таблеток выпью активированного угля. Уже я вот сейчас буду пить второй раз 9 таблеток. Останется еще выпить 4 раза по 9 таблеток и по 5. Вот, значит, такие я произвожу действия для лечения своей аллергии. Итак, повторяюсь вам, о чем было это видео. Это видео было о фотоштативе и о лечении от аллергии. На этом я свое видео заканчиваю. Ставьте ваш королевский лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всем счастливо, всем гудбай. До новых встреч на моем канале. Всем пока.